очень гордимся работой нашей федерации армрестлинга, что имеем возможность у себя в регионе принимать статусные международные соревнования. Уверен, что борьба будет конкурентная, даже потому, что здесь наши вечные соперники на всех чемпионатах мира – это представители сборной Казахстана. Это две сильнейших страны в мире армрестлинга есть. Есть возможность и проверить свои силы, и попытаться выполнить норматив мастера спорта международного класса. Турнир наш стал международным, и особенно приятно выиграть его сегодня, потому что первый раз в России проходит международный турнир. Больше нигде в России таких турниров не существует. Максимально приятно. Сегодня присутствует моя семья, мой сын, который тоже занимается армрестлингом. Ну и, конечно, хочется быть примером и показывать, как нужно выступать, бороться и так далее. Турнир очень солидный, так как приезжает очень много спортсменов хорошего уровня. Эмоции просто зашкаливают, потому что каждому хочется выиграть, каждому хочется себя показать.